Примерно в 10 часов утра ДТП произошло на пересечении улиц Желтоксан и Казанка-Батыра. Здесь столкнулись две легковушки Audi и Mitsubishi. По предварительным данным, Audi, двигавшаяся по Казанка-Батыра, в попытке выехать налево в сторону улицы Сайрамской, не уступила дорогу двигавшейся по Желтоксан машине Mitsubishi. Да, в ту сторону. Вот так развернула. А вы со стороны Сайрамской? А я со стороны Сайрамской. А машина много была вообще? Поток был большой, 40 я ехала, потому что поток большой. К счастью, никто из участников дорожного происшествия не пострадал. Автомашинам нанесен материальный ущерб. В обстоятельствах аварии придется разбираться с сотрудником дорожной полиции. Примерно в 12 часов дня на пересечении улиц Кожанова и Аманкулова незначительное столкновение автомашин марки «Субару» и «Лада» привело к недопониманию со стороны их владельцев. Мы стояли, вот сотрудники правоохранительных органов выехали, у них морда почти вот выехала на пол дороги. Оттуда сверху движилась машина, и они, короче, резко остановились, чтобы она их не зацепила, они резко дали назад. Резко дали назад, я от него где-то метра полтора-два стоял. И они ударили меня. Я им сказал, ну что там, мелочь, давайте разберемся. Они говорят, нет, ты еще нашу будешь делать. Чрезмерная самоуверенность в своих возможностях водителя Subaru вызвала недовольство у владельца Приоры. В результате на место происшествия был вызван наряд полиции, которому предстояло разобраться в ситуации. Лишь после долгих разбирательств конфликт удалось исчерпать по обоюдному согласию водителей.